17 марта 1950 года. Получен новый радиоактивный химический элемент – калифорний. 17 марта 1950 года в Университете Беркли, штат Калифорния, США, искусственным путем был получен новый радиоактивный химический элемент, которому присвоили атомный номер 98 в периодической системе и символ CF – калифорниум. Как писали авторы, этим названием они хотели указать, что открыть данный элемент было так же трудно, как век назад колонистам-первопроходцам добраться до Калифорнии. Сравнительно большие количества этого элемента были получены путем длительного облучения плутония в атомных реакторах. В мире существует буквально несколько граммов этого вещества. Калифорний – чрезвычайно летучий металл. Он существует в двух полиморфных модификациях. Калифорний является одним из самых дорогих металлов в мире. По оценкам, его стоимость составляет 6,5 миллионов долларов за грамм. Главное применение калифорния – изготовление мощных и чрезвычайно компактных источников нейтронов. Калифорний широко используется в медицине и различного рода детекторах.